США приступили к патрулированию Южно-Китайского моря, несмотря на возражения Пекина. Авианосец «Карл Винсон» в сопровождении двух эсминцев зашел в акваторию и приступил к выполнению так называемых рутинных операций. Такое решение Вашингтон принял на фоне нарастания напряжения вокруг островов, которые оспаривают Токио и Пекин. Командир авианосной группы Джеймс Кирби заявил, США с нетерпением ждут шанса показать свои возможности в этом регионе. Несколько дней назад Китай предостерег Вашингтон от попыток оспорить границы и начал учения в Южно-Китайском море. Де-факто спорные острова Синкаку контролирует Япония, но Пекин считает, что их открыли китайцы и уверен, эта земля должна принадлежать КНР.